Всем привет! Объектом нашего сегодняшнего обзора стал KillSwitch, интеллектуальный агрегатор урожайности, призванный повысить удобство и безопасность для фермеров, выращивающих интеллектуальную сеть Binance. Давайте рассмотрим его основную деятельность и те особенности, которые привлекают к нему большое количество пользователей. KillSwitch создан для фермеров с высокой урожайностью, фермерами с высокой урожайностью. Первоначальная идея проекта состояла в том, что хотя цена на активы с высокой волатильностью продолжают падать, все хотят отозвать ее. Однако для отмены ставок, вывода ликвидности и обмена высоколатильных активов на альткоины требуется несколько шагов и много времени, чтобы получить цену, отличную от вашего намерения. В то время как цены падают, высокий трафик на сайте может привести к невозможности доступа или удалению в любое время случайно или намеренно. Вот почему KillSwitch хочет упростить процесс продажи волатильных активов, чтобы все HRIF выполняли один и тот же процесс одним щелчком мыши. Отсюда и рождение KillSwitch. Проект имеет ряд очень заманчивых преимуществ. Во-первых, он очень сильно экономит время своих пользователей. Нет необходимости проходить несколько шагов, если можно сделать все за один шаг. Плата за газ реализована также особым образом. На первый взгляд она может показаться высокой, но на практике она гораздо дешевле, чем обычно, только за счет суммы сборов. Плату за газ можно сократить, если хранить KCW, токен проекта на собственной платформе KillSwitch. Так вы сэкономите достаточную сумму, что сохранит ваш капитал. KillSwitch имеет три самых ключевых особенности, а именно One Click Stake. Процесс ставки в один клик покрывает сразу три функции: обмен, обеспечение ликвидности и занятие позиции. Если пользователи выбирают пул купонов BNB, пользователи могут заниматься фермерством, просто предоставляя BNB или BUSD. KillSwitch будет автоматически и оптимально обменивать токены, чтобы уравнять стоимость купонов, и BNB для предоставления в пул купонов, и BNB на фудкорт. Вторая особенность – это функция Kill Position. KillSwitch будет автоматически снимать токены LP, снимать ликвидность из пула, обеспечивающего ликвидность, и обменивать активы на BNB или BUSD, или другой пользователь токена по выбору. Третья особенность – это автокомпаунд. Все полученные токены будут автоматически конвертироваться для добавления в позиции пользователей каждые 24 часа, или будут автоматически реинвестированы, когда Guardian of the Galaxy предпримет действие. Это гарантирует, что все доходы реинвестируются для дальнейшего увеличения прибыли пользователям. Вместе Click Stake и Kill Position называются смешанным обменом. Это обновленная версия 1, в которой ставка в один клик и позиция убийства. Это позволяет пользователям выбирать свой ввод и вывод для любого токена, который доступен на нашей платформе, не ограничиваясь только BNB или BUSD, как в версии 1. Это экономит время пользователей и в конечном итоге избавляет пользователей от человеческой ошибки, поскольку им не нужно менять местами и обеспечивать ликвидность на многих платформах. KillSwitch имеет собственный токен KCW, максимальное предложение которого составляет 200 миллионов штук. Распределение токенов происходит следующим образом. 27% уходят в счет общего увеличения предложения, который состоит из 10% стартового фонда, 10% частной продажи и 7% публичной продажи. 32% отправляются на вознаграждение за ставки, 10% остаются у основателя, 10% распределяются между командой, 10% уходят в резерв, 5% выделено на развитие маркетинга, 3% выделено советникам, 2% будет затрачено на биржевую ликвидность и 1% на проведение различных раздач. В целом, токеномика данного проекта является подробной и оставляет за собой хорошее впечатление о распределении токена KCW. В данный момент токен доступен в публичной продаже на Foodcourt Finance по цене 0,25 USD за 1 KCW. Каждый пользователь может по-своему присоединиться к деятельности данного проекта. Вы можете занять одну из выбранных позиций, а именно стать Yield Farmer, Guardian of the Galaxy или Space Sweepers. Yield Farmer, как фермер, вы можете разрабатывать LP урожай, выбирая ферму на KillSwitch и добавляя свои деньги, BUSD, BNB или LP на целевую ферму, на депозит. Guardian of the Galaxy реинвестор, как Guardian of the Galaxy, вы можете вызвать сложную функцию, чтобы продать все полученные токены урожая в портфеле KillSwitch и реинвестировать в пул урожая, получая 1,2% от общего вознаграждения в процесс. Space Sweepers, TPSL Master. Space Sweepers могут зарабатывать
0,4% от стоимости позиции за закрытые позиции по тейк-профиту или стоп-лоссу. KillSwitch – это надежный и безопасный проект, направленный на будущее. Он имеет сильных партнеров и в скором времени покажет нам еще больше положительных результатов. Проект активно развивает свои социальные сети, где публикует интересную и полезную информацию. Рекомендую вам лично ознакомиться с деятельностью данного проекта и подписаться на их социальные сети. Ссылку на них, а также на официальный сайт проекта вы сможете найти в описании под видео. Дорогие друзья, на этом наш обзор завершен. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!